Слава Господу! Я вас приветствую так радушно и радостно, потому что Иисус наш Господь. И мы любим людей. Знаете почему? Потому что Он излил свою любовь в нас, Духом Святым. Это так радостно. Я, когда приезжаю в какой-то город, встречаю верующих, прямо как будто члены моей семьи. Почему? Мы дети одного Отца, и Бог нас любит. Я вас приветствую, с вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Я так рад, что есть такая возможность общаться с людьми вокруг Слова Божьего и говорить людям Слово Божье, которое меняет их жизни и помогает им. Смотрите, многие люди ждут от Бога много благословения, потом они не видят и спрашивают, а в чем дело? А вот в чем дело. Иногда мы стыдимся Бога, Иисуса и Его Слова. Одно из вещей, что Бог ожидает от нас, это чтобы мы при людях открыто не стыдились Его и Его Слова. Когда мы не стыдимся Господа, мы о Нем говорим, мы не стыдимся благую вести, мы людям сообщаем, что есть спасение. Не стыдись Господа и благой вести Его. Не стыдись Господа и Его благой вести. Заметите, что Бог ожидает, чтобы мы смело были на Его стороне, за Него, смело, открыто и активно. Как только мы начинаем из-за кого-то, из-за каких-то людей или из-за обстоятельства стыдиться Его, то Иисус говорит, я тогда буду стыдиться вас перед Моим Отцем. Даже Библия учит так, когда человек не стыдится Господа и Его благой вести, это признак того, что он спасен и идет в раю. Как только в твое сердце появляется стыд по отношению к Богу, по отношению к Иисусу, к Его образу жизни, Библия учит Коринфянам, что это есть признак того, что для тебя все это выглядит как глупо. И когда оно выглядит как глупо, это означает, что в твоем сердце нету спасения или ты на грани потери. Послание к Римлянам, 1 глава, с 15 по 19 стих. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. В Риме это был тот эпицентр цивилизации того времени. Он говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Главное, одно из вещей, что надо понять, что когда придем к Богу, ни у кого не будет аргумент, почему я не живу по-Божьему. Потому что Бог постарается явить явно каждому, что и как надо. Для того, чтобы, если ты выбираешь идти против, это не потому, что тебе не сказали, не потому, что ты не знал, это потому, что ты грубо решил идти против. А Бог явит тебе ясно. Заметите, у Павла был очень хороший настрой. Настрой Павла, он заявляет таким образом. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова. То есть мне не стыдно приносить эту весть, информацию людям. Если Павел утверждает, что я не стыжусь, это значит, иногда люди стыдятся. А Павел говорит, эта информация я не стыжусь.
Я никогда не слышал, когда люди в трамвае, там, в автобусе. Я помню, однажды сидел в самолете, летал из Южной Африки в Зимбабве, по-моему. И там возле меня в автобусе, который нас возил к самолету, было три зимбабвийца, которые обсуждали экономическое состояние Зимбабве. Они там громко говорили. Они говорили про открытие биржи зимбабвийской. И они там обсуждали разные показатели, и почему вот так, так, может, на две недели поменяется. Они очень умно рассуждали. И откуда я знал, что они умны? Потому что я понимаю все, о чем они говорили. Я инженер, я не экономист. И вот я подумал, они так громко, они не стыдятся. Они считают, что информация, о которой они говорили, настолько важна, и они не стыдились об этом громко, открыто говорить. Заметьте, Павел также относился к вопросу «благой вести». Вопросы, что Иисус пришел, взял на себя наши грехи, умер и на третий день воскрес. И всякий, верующий в Него, может иметь жизнь и не гибнуть. Павел также открыто, смело об этом говорил. Заметите, что из-за этого настроя у Павла многие люди спаслись через него. Пастор Генри, почему через меня много людей не спасаются? Потому что вы стыдитесь Господа. При том, что самое интересное, Бог призывает тебя для определенных круг людей, для определенного круга людей. Мы все призваны для разных людей. Я для всех. Но каждый из вас призван для определенного круга людей, куда Бог дал тебе доступ. Специально. И что мы делаем? Приходим туда, и мы начинаем стыдиться Господа. И в конечном итоге эти люди, кому Бог тебя призвал, не услышат об Иисусе. Что было бы, если бы люди стыдились говорить о Господе тебе, что было бы? Первое, ты был бы потерян и находился бы на пути в ад. Возможно, твоя семья была бы давно разрушена. Я знаю много людей, чья семья была на грани уже. И только прихода к Иисусу Христу спасла вашу семью. А что, если бы стыдились? Что, если бы люди, которые тебе говорили об Иисусе, сказали, да, неудобно, да, я не буду, да, лучше я не трогаю. Сегодня понятие «семья», которое у тебя есть, не было бы. Третье. Некоторые тебя бы убили наркотики давно. Возможно, ты не получил бы исцеление от Бога, который ты получил, когда ты пришел в церковь. А что, если бы никто тебе не говорил об Иисусе? Возможно, ты был бы сегодня в алкоголизме. Или алкоголизм уничтожил бы твою печень, твою жизнь, твою семью, твое здоровье и тому подобное. Слава Богу, что кто-то не стыдился и ради меня, и ради тебя он не стыдился и говорил об Иисусе. И в конечном итоге, заметите, жизнь твоя поменялась. И моя. Поэтому, тем более, сегодня Бог просит, чтобы ты не стыдился ради кого-то другого. Когда мы гордимся благой вестью, когда мы уверены в благой вести, то мы не стыдимся. Стыдится только то, кто не вник в суд. Когда я вник, я понял, я уверен, я горжусь, я внутри себя уверен, то стыд уходит. Для того, чтобы мы были уверены, чтобы мы гордились тем благой вестью Иисусом Христом, важно, чтобы мы знали,
что оно для нас сделало. Когда я знаю, что благая весть сделала для меня, то я горжусь, то я радуюсь, то я уверен в ней. А если я не знаю, что она делает для меня, что оно, какую работу сделало внутри меня, многие люди никогда не останавливаются. Они просто берут жизнь, так проснулся, пошел, вернулся. Иногда стоит остановиться и оценить, если бы не было благой вести в моей жизни, что было бы? И ты бы увидел картину абсолютно другой. И ты бы оценил важность благой вести в твоей жизни. Заметите, Бог желает, чтобы мы не стыдились благой вести. Бог желает, чтобы мы не стыдились не просто словами, а Он желает, чтобы мы не стыдились в нескольких направлениях. Первое. Бог желает, чтобы мы не стыдились в наших мыслях. Если я горжусь благой вестью, если я горжусь Словом Божиим, если я горжусь тем, что Иисус сделал, то мои мысли, когда они пытаются летать непонятно куда, я их возвращаю. Почему? Я не стыжусь мыслить согласно благой вести. Второе. Бог желает, чтобы мы не стыдились Господа и благой вести в наших словах. То есть мы должны говорить вещи, которые назидают, вещи, которые с уважением, с любовью. Наши слова, неважно какие, они должны отображать ту температуру благой вести. Если я с кем-то разговариваю и унижаю, обзываю, это никак. Это говорит о том, что я стыжусь благовествования. Потому что благовествование Христово дает каждому человеку значимость, важность и ценности. Третье. Бог желает, чтобы мы не стыдились Господа в нашем сокровении и тайнем. У каждого человека есть какие-то свои тайные вещи, сокровения, которые ни мама не знает, ни сестра не знает, иногда сестры знают свои родные, ни муж не знает, ни жена не знает, ни подруга не знает, никто не знает. И вот в этом сокровенном Бог также ожидает, чтобы там мы не стыдились Господа. Почему тайное и сокровенное важно? Потому что тайное и сокровенное, оно тайное и сокровенное только для людей. Бог знает, и самое страшное, дьявол знает. И когда дьявол задумает поразить тебя, он использует тайное и сокровенное. Поэтому важно, чтобы там благая весть дошла, чтобы у дьявола не было чем тебя ударить. Четвертое. Бог ожидает, чтобы мы не стыдились Господа делами и поступками нашими. Заметите, должны мы показывать благую весть другим людям. Павел говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова. Говорит, потому что оно есть сила Божия к спасению. В нем открывается праведность, которая от Бога. Там сила, там праведность. Благое весть имеет силу, оно меняет людей. Сила – это способность менять жизни человека и поражать сатану и его дела. От Луки 10 глава, начиная с 1 стиха. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ангцев
среди волков. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божье». Это было 9 стих. 16. «Слушающий вас, меня слушает, отвергающий вас, меня отвергается. А отвергающийся меня, отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и беси повинуются нам об имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сие даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Смотрите, что здесь говорится. Первое. Когда благовествуем, мы стоим от имени Господа. Мы представители Его. И поэтому сила Его всегда нас сопровождает. Второе. Мы призваны проповедовать, провозглашать Царство Божие, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Вот как по Писанию. Третье. Он нас сопровождает, когда мы благовествуем. Четвертое. Силы тьмы. Заметите, работа силы Божьей. Силы тьмы теряют влияние на людей из-за благовествования. Смотрите, как произошло. Ученики вышли и проповедуют. И исцеляют больных, изгоняют бесов. И они возвращаются. Ученики видели видимое. Люди исцелялись, бесы уходили. А Иисус видел всю картину. Иисус говорит: «Вот что вы не увидели, ребята». Что? «Когда вы благовествовали, я увидел сатану, упадший с неба». Объясню вам. Сатана господствовал в этом месте. Потом ребята принесли благую весть. «Иисус тебя любит, покайся. Иисус тебя любит». Не выйду. Дьявол, вон, во имя Иисуса. Я не могу ходить, вставай во имя Иисуса. И вот так они прошлись. И вот когда они это сделали, влияние сатаны, его власть начала уменьшаться больше и больше. Она стала меньше и меньше. И когда они, критическая масса была спасена, сатана упал с неба. Как поражать сатану в стране? Говорить людям благую весть. Приносить людям мир. Изгонять бесов. Исцелять больных. И когда люди начинают приходить к Богу, благая весть говорится, власть сатаны в семье, в городе, в стране, на работе падает. Марка 16 глава 15 по 20 стих написано: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов, говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Вот смотрите, Бог всегда сопровождает нас, дает нам чудеса, громкие свидетельства, когда говорим одному, двум или толпе. Когда мы молчим, свидетельства нет. Когда мы говорим, есть свидетельство. Каждый человек на этой земле – это потенциальное свидетельство.
И каждый человек, который мы встречаем в жизни, или с которым мы общаемся, после нас они пойдут в ад. Или повлияем на их ход в ад. Или повлияем на то, чтобы они на небо. Мы призваны говорить, делать, поступать и показывать людям благую весть. К Ефесянам 2:8-10. Ибо благодатью вы спасены через веру. Сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Заметите, что Бог предназначил для каждого человека, живущего на земле, определенные дела, которые он должен исполнить. У Бога есть план для всех, кто родились. Но эти планы начинаются только тогда, когда люди приходят к Иисусу Христу. То есть планы Божьи у них не начнут осуществляться, пока ты не сказал им об Иисусе. Бог ждет тебя, чтобы сотрудничать с тобою. Слава Богу! Вы понимаете, если бы... Это я помню, слышал историю Кента Копленда. Он говорит, он был в Италии, сидел в ресторане. Вернее, не в ресторане, а в кафе какой-то. Кафе-бар. И какая-то красивая, высокая женщина к нему подошла. И говорит, можно к вам подсесть? Он говорит, конечно. Он говорит, она спрашивает, а кем вы работаете? А Кеннет Копленд, он-то был проповедником, но и летчик. Он говорит, я решился, я скажу проповедник перед такой дамой, я себя буду позорить, я лучше скажу летчик. Он говорит, когда я захотел сказать летчик, Дух Святой сказал, ты не летчик, ты проповедник. Вот я сказал, проповедник. Вот она встала, как пуля, убежала от него. Вот, заметите, что он хотел стыдиться. Люди стыдятся не от того, что они плохие, а от того, что на них создают давление. Но заметьте, когда мы не стыдимся Господа, Он двигается через нас. И вот я хочу вам показать несколько свидетельств людей, которые получили свои чудеса. Потому что я не стыдился, и другие не стыдились говорить им о том, что Бог есть Бог, который творит чудеса. Давайте посмотрим. У Раисы на протяжении долгих лет проблемы со зрением. Она не могла видеть надписи на экране. Сегодня во время молитвы она увидела надписи и также прошла боль в коленях. Так, ну, у меня 21 было... год, я на инсулине. Да, из-за этого плохо зрение стало. Да, зрение я только вот проверяли, первые две строчки видела и вторую строчку расплывчатой. Угу. И когда приехала, я не могла прочитать вот эту... А после, во время молитвы прошла боль в коленях, и я прочитала. Найдите мне Иоанн 3:16 на экран. И теперь вы стали читать. Да. И боль в коленях исчезла. Прошла, да. Это оба или в одной? Обои. Так, как давно была боль в коленях? Давно. Лет 15. Лет 15. И сейчас нету боли. Ну вот во время молитвы прошла. Прошла во время молитвы. Заметите, что это не случайно, это именно во время молитвы. Да. Хорошо. Посмотрите на экран. Ой, вижу. Ибо так возлюбил Бог мир, ага, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так. Вы уже сказали проповедь сегодня, что не могу их домой отпустить. Боже, спасибо Тебе за это во имя Иисуса. Валентина приехала с болью в правом плече. Ей было больно поднимать руку. Сейчас боль прошла. У вас была боль в правом плече. Только. Нет, сестры знают. Сестры знают. Лет 5 у меня. Как давно это было? Лет 5. 5 лет. Я у травматолога лечилась. И всякие мази мазала. Вчера даже консервировала, я не могла руки вот так вот поднять. А сейчас поднимите. Слава Богу. Дайте аплодисмент Господу за это.
А сестры, где вы, которые знают, что у нее была боль в руке? Где вон, Лена, та, Лена слышала, вон она подняла руку. Это не Лена. Это Лена разве? Это же Тамара. Это новое имя вы ей дали? Она говорит, хорошо, в автобусе. Тамара, чтобы сюда подходили на молитву. Я говорю, у меня так плечо болит уже. Я уже это на вы с Бородянки купила. Приехали? Я уже на колени каш купила, уже прикладываю, потому что, ну... Иисус уже лучше, чем... Уже восстала сама, начала вчера просто бороться. Еще раз поднимите руку вашу. Слава Богу. Слава Господу. Вы знаете, в 21 веке Бог еще творит чудеса. И никогда не будет никакой век, в котором Бог не творит чудеса. Он всегда будет Бог чудес. И самое первое чудо, которое он хочет творить в жизни, это когда человек рождается свыше. Он становится Божьим детем. Грехи его прощаются. И его имя становится записанным в книге жизни. Если ты не уверен, что твое имя в книге жизни, то я хочу помолиться с тобой, чтобы Бог простил грехи твои, и ты стал тем человеком, чье имя записано в книге жизни. Если ты желаешь, то помолись со мной. Скажи, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом и Спасителем. Со сегодняшнего дня я в Тебя верю. Во имя Иисуса. Аминь. Я поздравляю тебя. Если ты помолился искренне, Господь услышал и простил. Теперь я хочу помолиться, чтобы сверхъестественная смелость от Бога пришла на тебя, и чудо произошло в твоей жизни. Отец, я прошу, пусть сверхъестественная смелость от Духа Божьего наполнит каждого. И я запрещаю болезни и немощи, и я провозглашаю исцеление во имя Иисуса. Аминь. Помни, Иисус любит тебя, и ты тоже люби Его.